Хей, йога, с вами Шумаки, мы продолжаем родить группу под названием South Park и Палка Истины. Давайте, в прошлой серии мы прошли Канаду, мы научились новому супер-пердежу, который просто выносит все к чертям. Я хотел за одежду. Блин, ну, больше урона я получаю 10%. Ну, блин, ну, защита. Бонус способности. Не знаю, 10%, но это не так уж и много на самом деле. Но так как у меня еще камни не стоят на урон. Без понятия. Не знаю. Пускай будет 150 брони, короче. Поехали. Сначала давайте к Джимбо сбегаем. Скажем ему так-то, мы, короче, все сделали. Скажем, что все изи. Мы всех победили. И посмотрим, может, все-таки куплю арбалет, либо еще какое-то другое оружие. Может, он мне даст арбалет. Или какое-то другое оружие мощное, за то, что мы это все прошли. Большая охота. Ох, ненавижу пауков. Надеюсь, ты выбил из него всю душу. Чувак, ты показал некробакам, что такое настоящий охотник. Из-за твоей мыши мы представили в дурном свете, причем не в одном. Гори за себя. Славно, похоже, ты эта мышь высосала свой последний. Не дождусь, когда увижу, кого ты еще прикончишь. Нашивки для костюмов. При блокировке оружия меньше. Оружие. 50 баксов. Ай, блин, нам в Канаду сейчас придется возвращаться, ребята. Для чего? Чтобы деньги обратно обменять. О, ключ Джимбо. Топор подземелий. Так, нашивка белый кит. Осмотреть. Тогда наносите 20 больше урона, когда уровень здоровья 25. А, и бутылку дали. Замедляющая граната. Хорошие... Так, хорошенько потряси и только затем швыряй. До 4 соседних целей получает урон половины силы. Такое. Замедляет цель при отличном ударе. Ага. Топор подземелий. А раньше принадлежал повелителям подземелий. Ух ты. Так, идеальная атака. Высасывать 300 здоровья из истекающей крови цели. Классно выглядит. У нас меч на самом деле. И ну, по фасту вернемся. Обменяем все это дело. Да, жалко то, что нету быстрого перемещения туда. То, что приходится бежать. Ну, там, в принципе, несколько секундочек для этого нужно. Поэтому не страшно. Так, новое сообщение от пользователя Джимбо. Ключ Джимбо. Это от ячейки. Не просто ключ. Не, волки на самом деле опаснее, потому что они быстрее бегают. Зомби хотя бы просто идут, да и все. Они пока еще плюс заметят. Это время пройдет. Если потеряешь, воспользуйся картой, чтобы поменять, где ты, если ты... Так, банк у нас здесь был. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. Welcome to the Bank of... Come back soon! Welcome to the... Oho, Welcome to the bank... Oho! Welcome to the Bank of... Oho! Welcome to the bank... Oho! Welcome to the bank... Oho! Welcome to the... Oho! Welcome to the... Oho! Welcome to the... Oho! Welcome to the bank of... Oho! Welcome to the bank... Oho! Welcome to the... Oho! Welcome to the bank... Oho! Welcome to the... 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 Oho!
Так, все, хорошо, у нас 387 баксов. Я не знаю, на что мы будем тратить, если мы уже почти все нашли, все изучили. Мне кажется, уже скоро довольно будет. Ну, завербуем девочек и считайте туда-сюда, и конец. Конец игры у нас будет уже скоро. Может, через серии две. Ну, не включая эту. То есть еще три серии. Фиг его знает. Сюда почему-то нельзя было зайти. Ключ от амбара нужен. Просят ключик от амбара. Ладно, полетели к телепорту, погнали к девкам. Я еще не знаю, как мне доставить игрушку, которая на этом за решеткой там. Я не знаю туда прохода. Ready to go back? Да, поехали. The girls are ready to see you. Девочки, я готова тебя принять. А видите, здесь написано, что опять женщин посетили клинику. Его запись получен Нэти Тернер. Мама Хайда, значит, Хайдер Тернер и есть улика. Это не проверяющее доказательство, спасибо, новичок. Теперь мы знаем, что именно Хайди Тернер заспал слухи все это. Чёртова шлюха, уликая тварь. Жопа, иди Хайди Тернер. Но Хайдер скорее раскадры, поэтому... Девочки, я вас так люблю. Мы тоже тебя любим, Хайди. Ты прекрасно справился, новичок, поэтому мы твои услуги. Скажи мальчику, что мы поиграем с ними. Лес, красота. Только три девчонки? А, ты наверняка погрузился в супер. Мышетик. Мышетик. Вау. Сразу сет. Главное было... Так, обруч Валькирии. Аксессуары, партнеры варвара матча из популярного набора игрушек. Оружие, 80 брони, получить 10 очков помощи при убийстве противника. Блин, не пускай будет это, ладно. Так, доспехи Валькирии. Надежно, если не идеальная защита. 130. Получить 100 здоровья после убийства врага. В начале боя. 110, 130. Блядь. Ладно. Значит, в начале боя. В смысле, подожди. Получи бонус. Изменить. А что здесь хотя бы стояло? Вспоминай. Один урона. Убийство противником. Нанесение тошнотворного урона. При убийстве. Получи очков помощи при атаке ближнего боя. Получаю одну очку помощи при получении урона. И какой у меня было, я не помню. Я не помню. Черт. Здесь я вообще не помню. Получать бонус в защите. Максимум очков, больше урона. А, точно. Все, вспомнил. Перчи. Перчатки Валькирии. Свидетельство крайне специфической скромности Валькирии. Бонус к атаке. Атака оружием ближнего боя наносит дополнительный урон. Каждая атака высасывает... Ну, пускай это эти будут. Я уже так выгляжу немного нелепо.
you're really different from the other boys. You're totally like, you aren't even grunge. As an honorary girl, you've been как пойдет, девочка, ты получаешь полный доступ к нашим посетителям. Хочешь пройти в магазин? Ух ты, оружие. Так, мистелинг, молот для теста. Смертоносное оружие из стак, из всех известных мультяшных котам и мышам. Том и Джерри. Клинок принцессы феи. Переливающийся на обрезовый. Ну, абразивый. Лук принцессы феи. Немного похож на лук Купидона, только вместо любви жертва получает стрелу в лоб. Добавляет 20 урона при идеальной атаке. Критичный урон в 5 снаряжения для отличного удара. Итак, у первого владельца такие еще 3. Об этом он и не вспомнил. Перепрыгивает на 6 целей, если от нас... Так, осталось не меньше 3. Истекай крови еще при этом. Ой, стой, что еще было? Снаряжение. Перчатки тупой шлюхи. Крик о помощи. Шляпа тупой испорченной шлюхи. Новый способ оживить свой автопаспорт на телефоне, помимо выпущенных глуп. Прикид тупые шлюхи. Проблема с папулей как источник стилистического вдохновения. Кожаные перчатки. Считается, что они помогают носителю доминировать. Кожаная фуражка. Обеспечивает дополнительную защиту тем, что знает волшебное стоп-слово. Кожаные доспехи. Легкие кожаные доспехи не стесняют движения. Так. Варежки принцессы феи. Защищает руки от мерцающих волшебной пыльцы, отмыть которые практически невозможно. Тиара принцессы феи. Популярное украшение как среди хиппи, так и среди ролевиков. Мантия принцессы феи. Прикид ее фейночты. Стразы от глаза. Назад. Имидж. Краска и блеск для привлечения внимания. Не путать с волчал. Ясно. Отлично, очки в квадратной оправке. Хипстерский лук. Нашивки. Брачный контракт. Каждая атака высасывает 10 здоровья из твоей цели. Каждая атака. Так, стоять. А и тут, видите, меньше 3. Если осталось не меньше 3. Ну, мы на 2 тоже работало. Но я, понятное дело, что возьму эти. Шикрам. Положить. Изменить. Потому что там плюс еще кровотечение наносится. Так, шок урон, да, у нас был. А, заморозка, точно. Теперь буду шинами метаться. Супер диск. Так, и с вами, да, еще нужно поговорить. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. I almost forgot, you're not a girl. Пойди все. Некоторые враги готовятся к выполнению коротких приемов, накапливаются внутри энергию. Да, это девчачий туалет был. Так я еще и вашего, да, одного не нашел. Как этим другом стать? Я король пиратов. Я не помню, как его другом стать. Ладненько. Способности. Еще один друг нужен. Куда нам идти? Хорошо. Тогда нам сюда. 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 Теперь мне выгодно даже юзать постоянно свое метательное оружие против врагов. Чувак, это место супер отстой.
Так, всем слушай, здесь. Девочки согласились сразу на вашей стороне. Ура! Пираты и Федерация тоже готовы к бою, милорд. В таком случае хватит болтать. Поспешим же к дому Клайда. Смотрите, может быть даже это последняя серия будет. Фиг его знает, посмотрим. Ну сейчас 15 минут, 23. Мы больше не армия эльфов и армия людей. Теперь мы единая сила. Но наши сегодняшние деятели будут сложной песней и выложены на ютубе. Ра! С бестриями дракона мы засадим армию тьмы. Нашими мечами и магией мы разорвем их логово. Активизируем уже силовые поля и свои запускаем фототорпеды. Кевин, черт побери, какого хера каждый раз ты так делаешь? Кевин, твою сраную мать, я серьезно. Извините. Армия Пирасового Судя, приготовьтесь. Вы готовы? И отдубасим Клайда! Отец, какие больше происходит? Ой. А, так я еще и вернулся плюс обратно. Ваничар. А, блин, я краба. Ну, по сути, уже финал, да? Или сгонять все-таки. В канализации, ребят, там есть это, чили крабик. Но я не думаю, что он просто так там. Давайте хотя бы, чтобы вот это получить. Гоу, сбегаем по-быстрому. А, подожди, у меня фулл этот левел? Я не могу отсюда выбраться? Серьезно? You take the tower from the inside. Me and the pirates are gonna scale it from the outside. Не понимаю. Хотя. Surrender or die. А мне ударить нужно, ясно? Пускай тут подойдет. Я такое последнее предупреждение, бросайте оружие. Так, оглушил. А, я с этой стороны аж появился. Хорошо. Отлично, полетели. Ну, по идее, я мог бы его привлечь сиськами, но ладно. Так, могу я его просто спину резану, да и все. И покончим на этом. И быстренько закончим на этом. Зачастую можно нокаутировать врага еще до начала битвы, используйте для этого предметы из окружающей среды. Так, нашивка. Смотреть. Получите бонус к атаке в начале боя. Выбрать все. Дротик. Ага, дротик для лужаек. Самая безопасная игрушка на свете. Подожди, а что ты предлагаешь? Группа. Burn.
А, даже так, нихера себе. Минус троих. Так. Кугать ЖД краб. Так, уменьшаю защиту брони и цели, 50 детальной атаки. Забрать все. А, где у нас этот был элемент? Уничтожает. А, это 200 брони, ладно. Я мог, в принципе, так, да, пойти? Увидимся наверху. Так, и либо я могу стать мелким и пойти сюда. Так, Баттерс, пошли. Отлично. Так. Оп. Ни хрена себе дэмэджа. Баттерс, просто молнии ударит, да и все. Почему только по одной? Окей. А, она бы взорвалась. Вон она как. Нашли-ка комитет молочника. Очков при каждом ходе. Фигня. Забрать все. Это тебе за моего брата. Ага, ясненько. Значит, сюда нам. Если... Так, парки и средства макияжа не избавляют неуверенную в себе. Сейчас посмотрим, что оно мне дало. А-а-а. Готово. А, кнопочки эти. Подожди. Рукавицы рыцаря. Рукавицы рыцаря. Исключительно для благородных рук. 50 брони. Навыщенного оружия. Ладно. Наверх полетели. Поехали. Могу ли я... Хорошо. Да я его обычными атаками убью. Für eure Schule!
А ты... А так... Блин, ну... Одной вещи только не было. Во время прохождения. Я просто помню, я это просто давно... Ну, это же игра 14-го года. Я ее уже проходил. Я помню, был момент, когда мы вот этот сарай заходим. А там этот... Тоже были враги. Только там поняли, были эти зомби. Чё? Мы тебя прикроем, пираты помогли команде. Стоишь, мол. Ар. Пойди, я малых не нашел. А, я мог бы этим. Как он называется? Коровы фашисты там должны были быть в сарае. Но их почему-то я не встретил. Так, ладно, план такой. Мы будем штурмовать башню, клиновая борьба, рассчитать... Так, рассчитать путь. Эй! Иди в жопу. Так, во-первых. Отлично. Айк. 85 друзей есть, хорошо. Способность. Теперь рассмотрим, как ты сможешь справиться. Отлично. Идеально. Идеально. Смотреть, стол урона шоковым оружием. Забрать все. Ладно, с той стороны. С той стороны, тогда ладно. Сколько торнад? Так, игнорирую до 400 брони. Башмак. Так, шлем, поехали. Шлем рыцаря прекрасно облегает мудрую голову, добавляет урона, получите щит, когда нокаутируете врагам. Больше урона. Так, защита. Изменить. Блин, три атаки, это от моего. Мне нужно, чтобы оно игнорировало, подождите. Изменить. Изменить. При атаке игнорирует до 400 брони. Или пускай кровотечение будет. Кровотечение. Ну, блин, кровотечение мы и так можем дать, в принципе. Поэтому, да, лучше игнор. Поэтому лучше игнор. Ладно, полетели. В лесах, окружающих Южного парка, легко заблудиться. Если ты потеряешь, так тебе спасет рано или поздно. Давайте, наш единственный шанс. Ага, попались. Я вор 14 уровня, главный наемник темного повелителя. Кранты тебе. Чмо? Так, подожди. Мне нужно что? Во-первых, сюда. Способность, короче, это макс уровень у нас 15. Способности и удар. Да, магия у нас нормальная.
Хорошо. Хорошо. Сраный предатель Крейг, да. Он такой. Ну что, типа одну корову? Как-то долго, да? Ну что ж, погляди, как ты справишься за главным наемником темного повелителя. Ну, сори. Ты отлетаешь сразу. Ух ты ж, ё-моё. Ясненько. Ясненько. Хорошо. Why fight one Craig when you could fight five? I'm immune to splash damage. Quite sad. Клон. Почти, почти клон. Quite had a much cooler base, so I did what I had to do. Ага, я тебя понял, приятель. Что мы тогда делаем с тобой? Делаем так. Дальше. Способности. Так. А что восстанавливает у нас ману? Целебный эликсир, чипсы здоровья. Большое, большое. А где это? Ага. 40 силы. Способности. Я как у них вся кровотечение, они все отлетают. А, так он только на того действует. В смысле? А, так у меня... О, так это вообще здорово. Он меня еще при хиле восстанавливает это. Они все на Баттерса нападают. Это у нас плохо. Этого хп
Хорошо. А чё, Крейга типа ХП восстановилась, я не понял. Тебе нормально, Крейг? У тебя ХП восстановилось. Нокаут сработает, интересно. Все, фух. Превосходие совершилось сегодня, Крейг. Серым осмотреть. 100 огненного урона. Забрать все. Забрать все. Так. Угу. Льду. Ну пускай будет лед. Пап, какого хрена ты тут делаешь? О, мой любимчик. Слушай, я знал, что они делали в женской клинике. Они искали потенциал носителя без бомбы. Они собираются взорвать Южный парк. Без бомбы? Вам, мальчики, наверное, не понимаете, они засунули бомбу. Куда? Люди, которые утверждают, что они из Taco Bell. Наши исследователи были догадаться, что сотрудники Taco Bell всегда ставили в точку и забрали им качество, так же, как и качество еды. Иногда и должны становиться потоки. Папа, где женщина с пиздобомбой? Носитель стал вовсе не муж, не женщина. Я помню только, как пришли такие подозрительные мужчины из государства и уложили меня пол моей собственной садоми. Потом, помню, я подумал, как забавно. Помогите, что я теперь устраиваю. Так, на какой день? Я выпил, поэтому я не могу совершенно точно утверждать, что мою задницу не заснули термое устройство. О, Господи Иисусе, сколько же мне осталось? Не знаю, мистер Мазохист, но невероятно... Так, чего же вы вытащите ее быстрее? Нет, мы не можем просто вытащить ее. На пиздобомбе установлен детонатор, нам необходимо... О, какое, по-вашему, имеется дело, аборты, к тому же... Кто? Кто бы мог это уменьшить до размера гнома и к тому же освободить, обладать облаком? Это может быть? Это может быть... Дайте подумать. Должен уже быть кто-то. Они ждут, чтоб я, да, туда сделал? Давайте, короче, на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.